Прокуратура Кашхабльского района предупреждает: дети – наше будущее. Алкоголь разрушает организм и личность. За продажи несовершеннолетнему алкоголя предусмотрена административная ответственность. Его неоднократная продажа несовершеннолетним – преступление, предусмотренное статьей 151.1 УК Российской Федерации. Задумайтесь о последствиях. О данных фактах сообщайте в правоохранительные органы. Скажи «нет» продаже алкоголя детям сегодня. Завтра, возможно, уже будет поздно.